Тяжело судить по горячим следам всегда. Давайте оценку действиям футболистов. Ну, да, в принципе, на взгляд, на вскидку, то могу сказать, что в принципе, мы выдержали ту игру, которую хотели сыграть с Краснодаром. Тщательно изучили соперника, вот, знали их не сильные стороны, слабые стороны. И поэтому мы готовы к такой игре. Но, к сожалению, где-то период с 25 минуты по 35 где-то слабенько немножко отдали, дали забить два мяча. В принципе, довольны командой, как она играла и в обороне, и в атаке. Создавали моменты, при счете 2-0 даже вы нашли силы отыграть мяч и могли забить еще больше, поэтому скажу, что по игре я ребятами доволен остался. Ну, реализация моментов, на которые мы начали работать и работать.